Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 2 миллиарда 600 миллионов долларов. На львиную часть из этих средств правительство США закажет оружие у производителей, а не возьмет со складов. Таким образом, будут профинансированы дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО на «Самс» и «Патриот», противотанковые комплексы «Джавелин», радиолокационные станции воздушного наблюдения, танковые боеприпасы, артиллерийские снаряды, ракеты для систем «Град» и «Хаймерс», противодронные пушки. Также полмиллиарда долларов предусмотрены в чрезвычайных ситуациях, в которых президент США может передавать оружие напрямую из американских запасов. Напомню, с начала полномасштабного вторжения России США объявили о военной помощи Украине на общую сумму уже около 33 миллиардов долларов. И главные дипломаты США и Украины Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба обсудили в Брюсселе нужды Украины на поле боя. Встреча прошла в рамках саммита глав МИД стран НАТО. Блинкен по ее итогам написал в Твиттере, что Соединенные Штаты и союзники по-прежнему привержены поддержке защиты Украины от российской агрессии. И добавил, что сильная, независимая, демократическая Украина имеет решающее значение для европейской безопасности. В свою очередь, глава украинского МИД анонсировал расширение военной помощи Украине. Рад встрече с Энтони Блинкеном. Больше военной поддержки в пути для помощи Украине, чтобы освободить новые территории от российской оккупации. Я благодарен США за непреклонную поддержку Украины. Мы также обменялись мнениями в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.